Красев передачу не получил, мяч улетел метра на два выше, чем мог бы допрыгнуть до верхней точки. Бросок заканчивается двумя очками. Очередной сквозняк мы с вами видим. Шикарный евростеп от Ивана Ухова. Показывает, что индивидуально в поле может защищаться не только Никита Курбанов, но и Ливио Жан-Шарль. Продолжает раздавать блокшоты. Винс Хантер набирает очень простые два очка. Неужели надеялись, что и здесь промах из-под кольца? Подобных атак мы видели с вами в первых четырех матчах. Отсюда и желание сыграть от прохода. Отскок. Редкий случай, когда после трех атак удачных подряд Томас Эрчель не реализовал свою среднюю попытку. Хотя, напомню, было трехкратное. Не добрасывает, не хватило траектории, ищет виноватых судей, игроков, защитников. Изменения есть. Оливье Жан-Шарль, который неплохо вроде бы начинал встречу. А дальше совершил две. Тымбай. Вторая попытка, которая могла быть точной, но это все только пока в рассуждениях. Оно есть. То же самое не проделалось Тони Джекири. Тот устоял, но проиграл позицию. Правда, из этого получить преимущество не удалось. 4 секунды. Мел Тримбл. Он теперь пытается обыграть один в один. Удобная ситуация для Каспера. Персональное замечание. Везде, где лезли выбивать, там люди все увидели, все разглядели. Оливье Хэмлок. 1,5 секунды было.